Мы застали Моисея Исааковича, когда ему вручали очередную почетную награду. Прямо на рабочем месте, в окружении коллег, председатель Совета ветеранов Московской области, наш земляк Виктор Пикуль повесил Моисею Исааковичу на грудь медаль «Почетный ветеран Подмосковья». Еще одна победа в копилке внушительных размеров. Человек с замечательными душевными качествами, способнейший, талантливейший, руководитель, организатор и вообще тот, ради которого и с которым легко работать, трудиться и решать любые самые сложные задачи. Долгий путь почти в 40 лет привел Моисея Шамаилова к высокому статусу почетный гражданин Ленинского городского округа. Нагрудный знак ему торжественно вручили во время празднования 55-летнего юбилея города Видное, города, где и начался его трудовой стаж. В 1983 году, после окончания Московского государственного института культуры, он волею судьбы попал в этот перспективный городок на должность методиста отдела культуры. Занимался организацией работы клубных учреждений. На территории Ленинского района их было около 50. Мы, конечно, рвались в бой, и нам очень хотелось здесь что-то сделать, проявить себя. Ну и уже там было не за горами 40 лет победы. И мы вот взяли несколько таких направлений, как организация вот этих торжеств, причем разработали сценарий для всех сельских клубов, домов культуры. Такой типовой вариант, но, соответственно, там творчество можно было проявлять. Так начиналась масштабная культурная революция. Первое массовое мероприятие состоялось в 1985-м на стадионе «Металлург». Реставрация дня начала Великой Отечественной войны. Мальчики, девочки с наших школ, переодетые, мы искали им костюмы. Я ездил по всей Москве, по всем театрам, добывал костюмы. «Голос Левитана» мне нужен был. Мы сделали запись именно первых сообщений и потом последующих. И там вот нам для сценария нужен был «Левитан». Это мы тоже нашли. Через 3 года добросовестной работы Моисей Исаакович встал во главе отдела культуры. Это и было тем самым судьбоносным решением. Уйдя он тогда работать в Москву, жизнь бы повернулась иначе. В должности начальника управления культуры Моисей Шамаилов пробыл 30 лет. Масленица, проводы зимы. Если рассказать, как первые проходили, вот никто не поверит. Как первые елки наряжались на площади, никто не поверит. Первый праздник, 25 лет городу Видное, был в 1990 году. Чего мы только не придумывали. Конечно, не все получилось. Но часть из всей этой фантазии нам удалось реализовать. И вот это, надо сказать, что это огромный труд, это команда. И, конечно, когда я выступал и сказал, что это не моя одна заслуга, да, вот то, что мне присвоили звание. Это огромный труд большого коллектива. В 2017 году Моисей Шамаилов поменял культуру на политику, стал главой города Видное и на этом поприще показал высокий профессионализм. Сейчас, когда район преобразован в округ, он руководит всеми территориальными отделами. Я понимал, что 2 момента. Авторитет высокий, и если ты не сможешь справиться, ты загубишь все, что сделал за 33 года. Либо ты справляешься, и к твоему, так сказать, твоей биографии добавляются еще какие-то положительные моменты. Положительных моментов за 3 года политической деятельности много. В частности, благодаря тесному взаимодействию с местными жителями. Ведь принцип работы Моисея Исааковича – сохранять и приумножать традиции и красоту Ленинского городского округа для земляков и последующих поколений. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.